Hola, buenas. Hola, ¿castañas? Sí, в Каталонии не празднуют Хэллоуин. Вместо этого здесь отмечают праздник под названием La Castañada. Так отмечается День всех святых. В этот вечер принято за ужином вспоминать тех людей, которых уже с нами нет. Но чтобы этот вечер не был совсем уж грустным, как обычно, здесь все заедается вкусной едой и запивается вкусными напитками. И первое, что уже ясно из самого названия праздника, это жареные каштаны. Еще едят сладкий картофель, батат. По-каталонски он звучит «almoniato». Десерт «als panaets». Сладкие шарики из марципана с орехами. И, естественно, «almoscatel». Сладкая винишка. Но давайте все-таки вернемся к самим каштанам. По-каталонски «каштаня». И вот вам несколько прикольных выражений с этим словом. «Agafar una castaña» – «взять каштан». В литературном переводе звучит как «очень крепко напиться». Если же речь идет о чем-то быстром, если говорить о скорости, можно сказать «a tota castaña». На русском языке звучало бы как, наверное, «во весь опор». Следующее выражение – «fotras una castaña» – «съесть каштан», что означает крепко грохнуться, упасть, в общем. Ну вот, например, «Кина каштаня се афутут». Как же он ёб... То есть, так крепко по-русски сказать. Ну и последнее. Свои первые гандбольные навыки, как ни странно, я отрабатывал ни на чем ином, как на каштанах. После занятий с мальчишками мы оббрасывали проезжающие мимо школы машины прямо из темноты, из-под каштанов.